ему зарядочка полная. Тебе помочь? Снимай. Ты там стрижнёк поставил? Ну, он там остался, оторвался. Это за круглым столом даже приятнее нам будет находиться, нежели чем за квадратом. Блин, вспомни, да пырк-пырк. А это пусть он небольшой, но хотя бы это... Хорошо будет. Так, я ставлю, да? Стасяныч, зыркани ровно. Так, это центр. Ну теперь-то мне ориентир на центр не надо, только по краям. Да. А его этот... Тиски у тебя есть что-нибудь такое? Или прям так с рук? Прям вот так вот держишь. И пошел. Очки одевать надо? Очки одевать надо. А да. Наушники? Наушники как хочешь. Если. Я не оглохну. Это же не... Как она? Satisfaction. Да-да-да. Как она это называется, которая землю столбы копает, пробивает? Отбойник? Отбойник, да. Так, ну что, let's go, покажи, как она работает в лобзиках. Так, давай. А я им что-то делал, даже пилил уже лобзиком в том году, когда мы сабли чистили. Обязательно, да, трудовое место должно быть. Ну просто шкрябаться будет. Так, вот с этого, да, положить? Да. Ага. Встал, отпилил. А левым держу, правым пилю. Да. Так. Сейчас, смотри, ты вот этот контур, ты его по наружке пили. Ну, подальше, да, да, да. Просто вот прям пол сантиметра. Угу. Потому что мы потом будем его в контур вот этот обводить циркулем, фрезерным станком, как циркуль, сюда угу. Вот зажмем и обведем. Я понял, все подальше. Да. Пол сантиметра. Пол сантиметра. Все хорошо. Так. Так, пилку вот я не купил. Вот это. Кого? Пилку. Пилку. Она должна быть специальная? Она не то, что специальная, она должна быть новой для каких-то ответственных дел. Новую просто покупаешь и не паришь. Они не вечные? Как и все, кроме души. Душа, да, согласен. Душа вечно неубиваема. И всегда растет. Как и тьма вечно неубиваемая и всегда растет. Вот и поставь, да? Противопоставление одному другому, тьма и свет, добро и зло, но по сути-то нет ни добра, ни зла. Есть только истина неизменно и постоянно, которая включает себя. Он же есть для кого есть те, кто в конце концов понимает, что даже путь не имеет значения. Сам факт движения. Просто ну да, движение. А так сколько философских учений, сколько там вспомнишь, помни, да, сколько на нашем веку было супер мастеров. Так, ну на. Да. Попробую здесь отпилить. Да. Как себя ведет, посмотрим. Так. Вот так ставить. Мы вот так вот сделаем сейчас, смотри. Ты просто отпили овально. Угу. Посмотри, как это у тебя ощущается. Угу. Потому что он в направлении так, уходит. Ты скажи, пожалуйста, прицел вот это вот? Вот эта штука прицел. Прицел там прям, вон он. Сама. Сейчас. Прицел сам. Вот это вот. Да нет, прицел сама. А, сама пила? Сама пила, это и есть. Прицел, да. Я понял. Ты... А это что такое? Железочка. Это, видать, пружина, что ли, на вот эту одевал. Я не знаю, но... Все, я как прицел ее... Не надо, да? Хотя, знаешь, похоже, как будто... Ты включи его, и уже включен в голове.
дрожит он, блин. Вот так вот дрожит. Нормально получилось? Все отлично, хорошо, все идет. А угол там? Он не задирается. Ну да, он такой вот этот плотный ДВС. То есть ты сейчас ее по линии вел? Да. Все. Почувствовал, да, что его там вот когда... Да, его... можешь что-нибудь поставить сюда, чтобы она прям не или рукой только вперед? Рукой держишь и это... Все, так же пол сантиметра берем? Давай сейчас струбцину сюда одну. У меня просто одна струбцина. Вот, прикрути, пожалуйста, да, потому что он так вибрирует. Так же пол сантиметра делаем или впритык прям? Нет, пол сантиметра наружу. Все, 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 понял. Чертить не надо? Нет. Линию рисовать, ну, я, да? Я понял, да. Блин, было бы, конечно, классно, но я попробую без нее наугад выстрелить. Стасян, а почему? Вот смотри, вот здесь такое расстояние, а вот здесь... Потому что вот здесь минимум, исходя из той точки, там же центр у правильной фигуры, квадрат. Ты от квадрата, там, да? Квадрат-то правильный, судя по всему, неважно, какой круг и инь-янь там. Вот центральная точка квадрата, вот он минимум, который как бы вот, чтобы вот, ну, понял, да? Понял. Вот, потому что от него оказалось, что вот он чуть-чуть немножко смещен этот круг. Поэтому, но там сам квадрат и скошенные вот эти углы, они одинаковые. Сейчас тогда попробуем один угол все равно сделаем, а там уже смотрим, как получается. Ну, вот прям вот зайдешь, прям вот и пошел. Так, ну, аккуратно. Не больше сантиметра. Я понял, прям понял. Желательно... Понял. Пол сантиметра желательно. Хорошо. И сильно не толкай, он может по прямой пойти. Поэтому да. Потихонечку, потихонечку его, он сам как бы туда идет, сам просится. Все, ты прикрутил, да, все? Относительно. Сейчас, поехали. Теперь понял. Вот если я в этот край держаться, то он прям кончик вот этого, он прям вровень будет. Все, отлично. Я тут струбцину скручиваю, все, меняю. Блин, смотри-ка. Чего? Я вот здесь... А, вот я вот все, здесь прям все в край. Хорошо. Да? У нас же контур там. Да, да, есть? Да. Да. Я думаю, я тупанул здесь что-то. Все хорошо. Я так думаю, что мы там стесали фигуру шахматную же. Удержится вот на таком? Конечно. Вот. Да он вообще громадный, это шахматная фигура. Вот. Поэтому... Мало ли. Всегда есть фломастер, подрисовать же можно всегда. Просто единственное, что это, в свое время Капурик пришлось нормально платить этими всякими людьми. За краски, за это, за рисование. И то, ну, люди, которые как бы, ну, хотят дружить, или как называется, потом пытаются объегорить, обхитрить зачем-то. Может, просто так нравится. Что-то
Артемка, братан наш, дворец. Суетнулся и пропал? Да. А ты видел это? Этот, как его, блин, наш братан-то, фаерщик. Серега? Серега, да. Что? Что-то у него какие-то стрелки, фотки появились там. Стрелки был? А он как будто бы в стрелке был, но боя нет, не видел, я не нашел. Но грамота участников у него в руках, грамота участников, и он на фоне этого. Что это за грамота? Участнику? Участнику, да. А там нет победителя, победителю медальку, кажется, давали. Медальку у него. Но... А, у Макара тоже медаль есть, это за участие. Там нет за победу вообще. Ой, я не нашел. На. Еще он это, приглашение, он секцию Street Fight открыл. Я так думаю, что, наверное, в сентябре прошлого года. Да? Молодец. Потому что приглашение от сентября прошлого года. Вот, просто интересно, где это все и почему. В Саратове. Почему мы не знаем? В Саратове. Потому что они все в Саратове находятся. Нет, а секция это процветает? Ни одной записи, ни одной видео нет. Я не знаю, может... но еще ты вспомни, с моим... Ладно бы, если бы, например, без меня бы, ты или там Дениса бы, все бы, может быть, хотели бы вас видеть. А когда я почему-то оказываюсь... в разных компаниях, то меня что-то не очень дружить со мной хотят. Почему-то, я не знаю. А так я с удовольствием бы на Street Fight бы походил. И на этот... Даже если бы позвали на стрелку, бы пошел. С удовольствием. Но они же, блин, не зовут, а только... Только почему-то... вот так все происходит. Ну вот опять... Чисто качество характера надо мне... Все же происходит, да, все же указалки, значит, надо мне измениться, чтобы звали, приглашали. Ладно, поехали. Но забавно. Скинешь ссылку посмотреть? Скину. Он даже стоит... Ой, не стейдик, а как он? Типа Comedy Club, как они называются? Ну не Comedy Club, а когда вот на сцене. Стендап шоу, вот. Шутки. Также пол сантиметра бежу, да? Да. Поехали. И это, и еще помню, чтобы она вот так не укосилась. То есть вот так вот. А, да, вроде. Чувствуешь, да, что она. Да. Чувствуешь, когда она идет ровно. Серега. Да. Фамилия Дегтярев. Заплелась и такая буква. Фамилия его у меня всплыла. Круглый стол русских скоморов. Да, вот здесь, конечно, блин, вот тупанул чуть-чуть. Вспомнил наше детство, да? Ну, мы, наверное, все-таки детство. Блин, если не умеешь пилить, строгать, гвозди забивать, то это какой-то это. Там, ну,
неполноценная, какая-то нездоровая, это считалась тема. Это все хотелось просто еще. Да, это не то, чтобы было на фоне какого-то там стереотипа, что типа это где-то там кто-то считает, что типа, так надо. Умеет, да. Так это хорошо, то есть рождаешься, и кто-то где-то говорит кому-то, там наблюдаешь, да, стерео, это надо типа там уметь. А потому что ты хочешь, видишь, что происходит, ты хочешь и хочешь это попробовать. Но это же природные качества, мастерство, развитие мастерства. Это ну, наверное, это не только природное, это же качество создания. Созидание. Созидание. Ага. Вот. А там, природное это или не природное, это другой вопрос. Можешь же и разрушение тоже природно. Это тоже созидание, разрешение. Это тоже созидание, только в другой ипостаси. Если что-то взять, разобрать, это тоже созидание. Здесь просто интересная какая штука. В природе что, все растет. Кристаллы растут, деревья растут, камни растут, все растет. Так и здесь это созидание. А сейчас наоборот. Я просто это вот всегда вот размышления, да, такие, а сейчас все наоборот. Считается круто, кто ничего не умеет, вернее, считается круто не трудиться, а как-нибудь, как это говорится, пошлый анекдот, не хочу говорить, но где женщина на каком-то машине модной ездила, и мужчина там, типа, ей говорит, как ты получила эту машину, родовой полости, вот сейчас, наверное, вот это, трудиться, ёлки, киса. Иди, пожалуйста, господа, отсюда. Но все в наших руках. Построить развитую общность, развитой коммунизм. Все надо, все воплотиться. Всему свое время, всему свое место. Понеслась. Собирал вот эту группу фолк, народные всякие композиции, потом их обрабатывали. А там даже у него были звуки калитки, там звуки ветра, деревья какие-то. Не, ну Deep Forest фолк, да. Этнос фолк. Этнофолк, да. Вот фолк есть народная. Перевод народный. Ну крутая штука была и есть. Как вот раньше в нашем молодости, юности телефоны были разнообразные и крутые, да? И стилизации, и подвидов музыки, столько было много всякой. А сейчас телефоны все одинаковые, и музыка непонятно вообще. Демоническая какая-то. Даже не музыка, а не знаю, что это. Оттуда там звуковые вибрации низшего порядка.
Мне кажется, я даже смог бы прям вот впритык проэтовать. Как это называется? По кромбочке. По нарисованному. Впритык как раз и не надо. Все, ну это я так, знаешь, фантазии уже не понял. Что там? 3-4 раза отпилил, уже все, вспомнил. Вот, как получилось. Какие-то углы побольше, какой-то поменьше, но это ладно. А, потом оно, да, его пум-пум. Так, теперь нам поможет фрезер. Это фрезер, это... Блин, Стасян. Но вот это все равно, наверное, много ты вот здесь нарисовал. Мне такое чувство. Или нет? Потому что вот он прям, если тык-тык-тык-тык-тык по краю пройти, такое чувство, что он прям вот будет нормалек. Хотя где-то здесь уходит хорошо, а где-то здесь вот далеко, блин. Хера не понятно. Это убирать? Да. Мусор? Да. Это фрезер? Да.